Всем привет! Всем привет! Там с овцами. Мы 5 лет танцы. Какой фонтан, да, Тём? Да. Олени. Напугался. Артём, а ну давай с тобой сфоткаемся. Приехали раньше времени на полчаса. Папа с Илюшей. Мама, я напугался. Напугался фонтана? Такой у нас красивый фонтан. И, конечно, все грязное от заводской пыли. Вон наш завод дымится. А ну, улыбнитесь. Вот сюда, встань вот так. Видите, встань, я вас сфоткаю. Илья! Смотрю, Тёма сел на лавку. И кушает бублики. Ты что, проголодался? Так кепку одень нормально, и в глаза солнце светить не будет. Вот. Вот так. Все, можешь смотреть. Я хочу так. Все, Илюша побежал за голубями. Пойдем на ту сторону, Тём. К папе с Илюшей. Илья, ты весь хлеб отдашь. Да хай отдаю, но это ж не собак. Это называется «я не жадный». Это праздник живота. Все голуби возле нас. Надо опасть у пшеничной купить. Пичка сейчас сюда подойдет. Продается тупо. Ну кидай туда дальше, кидай. Туда, далеко меня. Опа. Я не поняла, что он сделал. Лежа. Пошел в разнос. Ну все, иди ко мне. Настя, птичка подымет и скушает. Ты что, кулек завязал, что он там долго так? Оп. Настен, пошли крестная зайдем. Ну, птичка ж кушает хлеб. Она не хочет. Как это она не хочет? Посмотри, они вдвоем едят ее. Ой, Настя, ну не надо. Не ужас, ну не надо так все, по словам кидаю. Покажи. Хлебушек птички кусала. Молодцы, девочка. Не, Настя, это мальчик. Мальчик. Так, мальчик Миша, да. Пошли крестная зайдем. Скажи мне последние новости. Ложи сюда хлеб, видите? Хлеб.
Буханка хлеба ушла, да? Я вас гоняю.